Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Многие в комментариях мне писали о том, что у Dreamcatcher случился камбэк, и было бы здорово на это отреагировать. Поскольку группа женская, то я такие комментарии, как правило, принимаю близко к сердцу. Так что, почему бы и нет, собственно говоря. Тем более, предыдущий камбэк у них был неплохой, а может быть, это будет еще лучше. Вдруг. Всякое случается. А люди, которые писали эту песню, они, в принципе, те же самые, что и до этого с Dreamcatcher работали, для них много вещей написали, так что тут вряд ли какое-то будет сильное изменение по стилистике. Так что понадеемся. Давайте. Почти. 3, 2, 1. Поехали. Я читал, что это как бы продолжение их предыдущей концепции. Nightmare закончился, и теперь вот это начинается. Ну понятно, рок-тематика опять на фоне имеется в виду, в музыкальном. Песня называется Scream, если я еще не сказал это. Хорошие такие ударные. Мне почему-то кажется, что эта песня пободрее предыдущей, но я могу ошибаться. Красивый клип, как всегда, у Dreamcatcher. Интересный звук. То есть, да, у них действительно рок-звучание преимущественно, но тут они его еще используют в припеве как-то особенно необычно. Вообще много ударных и электрогитар, разумеется. Причем они как-то одновременно звучат, и это хорошо сочетается. Вот этот момент в песне прекрасен. Такой куплет-разгон. Да, вот разгон пошел. Причем здесь хорошая мелодия в припеве сама по себе. Наверное, мне бы чуть больше понравилось, если бы она была выражена синтезаторами, но так тоже хорошо. Скажем, не обязательно синтезаторами, чем-то более отчетливо, чем вот ту-ду-ду-ду-ту-ту. Фоне еще вот это. Go. Очень бодрый трек. Да, и такого звучания в кей-попе нет, в принципе. Может быть, где-то есть, опять же, у мужских групп, возможно. У женских точно нет. Мне это понравилось, я бы даже сказал, заметно больше предыдущего камбэка и, наверное, заметно больше предыдущих вещей Dreamcatcher. Не могу сказать, что я прям дико-дико зафанател, но это хорошая очень песня. И главное, здесь мне зашла мелодия, а уж как она подана, это отдельный разговор. Давайте еще раз послушаем. Конечно, начинается она прекрасно. Начинается она... One day suddenly the light did not come. People forgot how to say good things. Понятно. Драма, депрессия.
Общем, такой мирный, дико компьютерный, конечно, тем не менее. Этот, господи, картинка, компьютерный, картинка. Давайте. И птички щебечут. И вот все превращается в мрак. У, хорошо. Композитор как бы сразу задает нужный тон. Вот этот ритмичный отчет. Ритмичный бит. Какой он еще может быть? Он всю дорогу звучит, кроме нескольких таких пауз, да, когда они перед припевом делают такое затихание. Вот про это я говорю. Здесь этот бит прекращает звучать, ну а сейчас опять звучит. Да. Хороший припев. Прям хороший. Опять-таки, я до этого не все вещи у Dreamcatcher слышал, но из того, что я слышал, мне этот больше всего нравится. Вау. Вот этого я первый раз не обратил внимания. Сейчас. Вот это у, это понятно. Вау. Это тоже понятно. Вот это. Scream, scream. Ай, хорошо. Да, такого рэпчика вы не слышали раньше. По тяжелую музыку. Ну, относительно тяжелую, разумеется. Пусть меня металлисты в чатике не ругают. Да, хор на фоне, который периодически что-то такое приятное или неприятное завывает, это добавляет атмосферы песни. Да, затихание перед мощным припевом, это неплохо работает. Ха, опять же, девушка поет, вот. Поет, произносит слова, и эхом отзывается какой-то мужской такой низкий голос. Хороший эффект. И приятный женский голос, нежный. Потому что еще лучше будет сочетаться с тяжелой музыкой? Тяжелой музыкой. Слышите, да, на фоне вот это гоу, ух, аж пробирает. Ну и добавим пафоса, вау. Постоянно на фоне звучат какие-то голоса, хор, не хор, кто-то завывает, кто-то поет, кто-то так вот говорит низким голосом, это очень здорово. Резюме, отличная песня. Вот теперь я могу честно сказать, что у Dreamcatcher есть песни, которые мне искренне нравятся. Прям совсем нравятся. До этого просто я слушал, отдавал должное, говорил, да, это хорошо, качественно, девчонки молодцы, красивые такие и так далее. Но немножечко не мое. А тут это похоже на мое. На самом деле похоже на мое. Да, мне, пожалуй, даже хочется песню переслушать сразу же. Не знаю, задержится ли она у меня в плейлисте, но шансы на это довольно-таки велики. По поводу припева, когда я говорил, что хотел бы более такого отчетливого выделения этой мелодии, которая здесь обозначается ударными электрогитарой, я даже не знаю, как это объяснить. Хочется как будто, чтобы оно было более чистым, более звонким, возможно, тогда мелодия будет слышаться лучше. Оно такое более глуховатое здесь, в этой песне, в
Все равно я мелодию прекрасно распознаю, и она увлекает, она цепляет, но, возможно, можно было бы сделать по-другому. Но и так здорово, вот если что. А кому-то, может быть, так как раз гораздо больше нравится, чем какое-то более традиционное звучание. Вот, если я скажу слово «более» еще раз, будет очень много слов «более». Поэтому, чтобы более не затягивать, всем спасибо, всем пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк и порадоваться за меня, что мне вот прям зашла песня Dreamcatcher. Прям зашла. Да, всем пока.